Удмуртская хлебная компания – это несколько предприятий, которые в Сарапуле представлены хлебокомбинатом, кондитерской фабрикой и комбинатом хлебопродуктов. Выбор холдинга для проведения ярмарки именно в индустриальном техникуме был не случайным. Здесь готовят пекарей, кондитеров и других специалистов, востребованных в пищевой и перерабатывающей промышленности. Все наши студенты проходят производственную практику на предприятиях Сарапульской кондитерской фабрики, Сарапульского хлебокомбината. Официально закреплены наставники на производстве, официально закреплены наставники в учебном процессе. Генеральный директор Удмуртской хлебной компании, депутат Госсовета Удмуртии Алексей Малюк, рассказывая о предприятиях холдинга, пригласил выпускников техникума на работу. Мы все работаем, как сейчас модно говорить, да, в белой зоне. Мы официально выплачиваем заработную плату. Все социальные гарантии, которые необходимы сегодня для нормальной компании, которая работает на рынке, мы обеспечиваем. Вот. Также у нас есть поддержка адресная. У нас действительно даже есть династии, работают на предприятии. На мероприятии потенциальные соискатели могли не только узнать об имеющихся вакансиях, условиях и социальных гарантиях, предлагаемых работодателем, но и получить консультацию специалиста кадровой службы и юриста. Прошедшая ярмарка была интересна не только будущим выпускникам техникума, но и школьникам. Старшеклассники школ номер 23 и 25 смогли познакомиться с особенностями производства на кондитерской фабрике и хлебокомбинате, побывать на мастер-классах по изготовлению пирожных и конфет, чтобы, возможно, в будущем стать достойной сменой тем, кто сегодня трудится на сарапульских предприятиях.